Приветствую всех на своем канале. С вами Елена Смирнова. Кто не подписался, подписываемся на канал. А я же, как всегда, делюсь с вами информацией. Сегодня у меня новый мультикоин-кран. Называется Skyfall Cat. Регистрация простая, логин, имейл, пароль. Я же зайду в кабинет. Вот, на почту ничего не пришло. И так вот наш кабинет выглядит изнутри кран. Значит, здесь у нас 11 криптовалют. Вывод на Faucet Hub. Рекламы очень много у нас здесь. Так. И ограничений на вывод нет. Значит, так, реклама. Как я уже сказала, рекламы очень много. Ну да ладно. Так, на крестик нажмем. Вот дашборд, вот это наша страничка информационная. Сколько мы сделали клеймов, сколько еще клеймов. Здесь будут отображаться партнеры. И бонусы еще нам тут будут давать. Пока я бонусов не наблюдала. Далее, что у нас здесь? Кран. Значит, вот биткоин, интериум, лайткоин, доги, биткоин, кэш, биткоры, блэккоин, даш, перкоин, примикоин, подкоин. Вот сколько много. Давайте перейдем, соберем монетку. Покажу, как собирать монетки. Значит, нам дают 9 сатошиков каждые 3 минуты. Значит, разгадываем капчу. Так, 9. 10, 2, 7. Перетаскиваем ползунок. Галочка. Нажимаем Get Reward. Нас перебрасывают на страничку, где мы будем разгадывать еще одну капчу. Опускаемся чуть ниже. Нажимаем на синюю вкладочку. И ждем 10 секунд. Getlink. Так, 9 сатошиков плюс 0 бонуса. Когда бонус будут давать, неизвестно. Ну, будем надеяться, что дождемся бонуса. Так, и через 3 минуты я могу опять собирать, как бы повторно, да? Так, и закрыт. Так, далее я все не буду уже показывать. По той же схеме все краны мы собираем. Так, вот идет отсчет времени, 2 минуты пошло, секунды. Далее здесь у нас партнерская программа. Находится наша партнерская ссылочка наша находится. Далее здесь прописываем все кошельки. У меня все прописаны, кроме биткоры. А так я все прописала. Кошельки прописываем, которые привязаны к Faucet Hub. Здесь майнинг. Но это уже будет майнить компьютер. Это уже кто как хочет.
Сеттинг здесь, если кто захочет поменять пароль, ну и суппорт. И WinDraw. Вывод, как я сказала, здесь без ограничений. Значит, так. Я еще ничего не выводила. Секундочку. Так, как здесь выводить? Сейчас будем. Так, это не то. Ага, так, биткоин. А вот биткоин сразу вот стоит. Здесь выбираем криптовалюту. И на Faucet Hub. Значит, у меня биткоин вывод вручную. Нажимаем. 27 сатошиков у меня ушло на Faucet Hub. Так, у меня еще есть Ethereum. Вот, 113 вывожу на Faucet Hub. Сейчас все выведу. И проверим на вывод. Далее. Litecoin. Далее, Doge у меня есть. И все, по-моему. Да. Давайте перейдем теперь на микрокошелек Faucet Hub. Я перезагружаю страничку. И, пожалуйста, биткоин 27 сатошек, Ethereum, Litecoin и Doge прибыли. SkyFalket все прибыло на кошелек. Как я сказала, ограничений нет. Кому интересно, пользуйтесь. На этом буду заканчивать. Всем удачи и больших заработков. До новых встреч!